Мифическое объединение «Пятый отряд» представляет дневник наблюдений. Я понял, Славка, почему шоссеры не здороваются с теми, кто ездит на каких-то других велосипедах, которые не шоссер. У шоссеров посадка своеобразная. Они же как едут? Они же едут практически вот в таком состоянии. Ну, такая, ну да, или я утрирую. Да, Славка? Да, да, да. Такая у него посадка. Ага, да, вот и так. Поэтому он вперед, он не видит того, кто едет ему навстречу. Они уже видят, когда он так, он уже проехал. Поэтому что тут здороваться, уже все, он уже проехал. У шоссера там километров 40, да, там скорость? У тебя километров 20. Да, 20, не больше. У тебя 15. Я уже вообще не езжу. Вот, ты вообще не едешь, ты стоишь просто. В общей сложности получается больше 60. Он просто так шик, мимо тебя вот так. Ты можешь на горном своем велосипеде сколько угодно поднимать руки вверх. Да, там привет на той стороне. Он просто тебя не видит, он не скотина, он тебя просто не видит. Я предлагаю шоссерам, для того, чтобы он казался воспитанный, ему нужно подарить зеркало не заднего вида, как вот ездят, да, на шлемах, а зеркало переднего вида, чтобы оно вот так стояло, вот так, такая плоскость его была. Чтобы когда ты едешь, ты видишь, о, кто-то едет, раз руку поднял и все. И тебе приятно, и он типа вот руку поднял, тогда не будет здороваться. Поэтому на Новый год каждому шоссеру по зеркалу переднего вида. Будет классный бизнес. Это даже сказал больше, крутой подарок. Эксгибиционист. Он эксгибиционист.